Всем привет! Многие не верили, что реально можно найти в копилке 20 тенге 93 года с маленьким кубом. Ну вот, показываем вам еще одну монету, чтобы вы убедились, что это реально, что это возможно. Эту монету я вам уже показывал, вы ее видели. Эту монету я поменял. А вот такая же вторая монета, обратите внимание, тоже маленький куб. Тоже из обращения. Эту монету нашел зритель нашего канала. Вот сейчас я их две положу. Его зовут Ердана. Он живет не в самом Усть-Каменогорске, недалеко от Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области. И как он написал мне сам... Вот наша переписка. Здравствуйте, посмотрел ваше видео и нашел с маленьким кубом. И сразу прислал фотографию. Вот. Естественно, я поздравил человека. Ну и вот он написал. У меня около их 100 штук и только одна с маленьким. Ну и естественно, как бы обещанные 15 тысяч он получил. Деньги были ему перечислены, как мы и договорились. И монета, пожалуйста, лежит перед вами, чтобы вы убедились, что таких монет у меня уже две. Это никакой не развод, никакой не обман. Многие почему-то не следят за языком и пишут в комментариях очень плохие отзывы. Но вот реальный человек, реальная монета. Мы свое слово держим. Если мы обещали за такую монету 15 тысяч, мы за нее заплатили 15 тысяч, и у нас две. Ну и еще раз, для тех, кто сразу не понял, обращайте внимание вот на эту часть. Вот здесь вот. Видите, вот этот куб Казахстан Ултыкбанки, аббревиатура Национального банка. Вот здесь он большой. Вот таких монет мне слать не надо. Их очень-очень много. Вот это перед вами монета в идеальном состоянии. А большинство из них уже убитые. А вот эта вот монета, обратите внимание, вот он, маленький куб. Вот такие монеты мне как раз таки и нужны. И если вы нашли с таким маленьким кубом, то можете присылать фотографию, и вы тоже гарантированно получите 15 тысяч тенге. Это все серьезно. Серьезные коллекционеры всегда держат свое слово и для своей коллекции готовы платить такие деньги за столь интересные и нечастые монеты. Всем удачи, не забываем лайкать. Ну и если вы нашли такую монету в WhatsApp, в шапке канала, присылайте, договоримся.